Привет! А мы опять в путешествии. Сегодня будем покорять Нахаль-Амут. 7,5 километров, 2,5 часа дороги пешочком. Ехали мы сюда от Йокнеама час. Так что, что вам рассказать? Здесь есть небольшой инфоцентр, да, выдают карты маршрута, есть где кофе попить, столики для перекуса. И очень много народу, потому что сегодня шаббат, прекрасная погода для прогулок. Как раз вот закончился хамсин, где-то 22 градуса будет днем, облачка, небольшое солнце, прям только гулять сегодня. Так что погнали. Вот здесь начинается Вади Амут Трейл, красная тропинка. Сейчас я вам даже на карте покажу, как мы пройдем. Вот сейчас давайте... Знаете как, вот так вот прям на пол положу, покажу вам, мы вот здесь, сейчас по красному сюда, потом по черному, по синему, вот сюда, потом опять по черному, ла-ла-ла-ла. Вот так аж пойдем. Сразу скажу, что колясочникам вход воспрещен, то есть это маршруты для тех, у кого есть здоровые ноги, никакие коляски тут не пройдут, ну или... Деток в рюкзаки слинги сажать. Первую увидел крепость. Да, уже вот виднеется первая красивая точка. А вот тут, наверное, животные, которые здесь обитают, я так предполагаю. И крепость. Да, и развилка. Нет, нам по зеленому не надо. Современные. Такие виды классные. А крепость это вот современная. Ну, народу очень много, конечно. Да, да. Всех пропустим, чтобы идти в тишине. Наслаждаться видами. Тут народ даже с собой аудиоколонку берет, с музыкой идет. Ой, странные эти израильтяне. Пещера где? Итак, мы спустились к ручейку. Он такой тут весь в листве. Сейчас вдоль него пойдем, но мы его, похоже, видеть не будем, только слышать. Нам, по-моему, не сюда. Нет, здесь видишь новый пассаж. Это медитация? Йога? Давай, сделай позу змеи. Позу змеи? Ну, ты должен. Нахаш. Почти, да. Или нахаш, как бы змея. Это какая-то лягушка. Вдоль вот такого вот акведука идти надо. Меод, меод. Яфе. Так вечно голодный мой детеныш. Ну, даже не знаю. Да, арки такие, да? Такие крепости. Ну, она открыта, но туда не рекомендуют заходить. Есть иногда спуски к ручью. Да, но нам все равно по другой дорожке идти. Оп! Ой, как тут мило. Можно теперь покупаться. Ой, там рыбки, смотри. Ты будешь с рыбками купаться? Дерево почему-то, да, с этих спилок-то дерево.
кактусы же внутри не такое. И почему-то... Ну, туда присаживают. Специально? Да. Кто-то тут извращался, думаешь? Непонятно, непонятно. И это кактус. Периодически встречаются строения вот такого типа. Это здесь вот такое. Сейчас подальше отойду. О. Пытаюсь снять. Ну, без людей вряд ли получится. Вот, это мельница. А сейчас сюда к нам подходит экскурсия большая. И финальная точка. Это такой вот бассейник. И вдалеке там водопадик. Можно искупаться. Маленькая форелька. Такой водопадик маленький. Сверху. И куча, куча народа. Вот Роберт. Упадет, не упадет? Не упал. Кто-то уже даже купается. Вот финальная точка маршрута. Какое-то было строение. Может, тоже мельница? Бассейник. И мостик для перехода. Очень мило. Роберт умудряется медитировать в таком шуме. Народу очень много. Поет еще. С грустных для нас новостей. Обратный маршрут. Весь в горку. Камнепад. Получается, что уже тепло. Камнепад. Жарко. Нам только в горку и по лестницам. Роб, не надо камни падать. Вот. Красиво, но трудно. Вот. Ручеёчек. Роб, не переходим мостик, зайчик. Говорим, очень мило, но очень шумно. Первое красивое местечко. Вообще очень напоминает наш, у нас есть около Йокна, Монахали Шафет. Вот, немножко напоминает. Вот тут вот красивенький водопадик. Не, Заюш, тут опасно даже мамочке. Не надо за мной ходить, говорю. Роберт. Только вот это да, крабёжка. Но так только это уже. Боком ползет, да? Он ничего. Он близко, он круто. Да? Так, за травку спрятать. Смотрите. Это крепость первая. Мы опять к ней подошли. Кто-то дрончик запускает. Я только отсюда заметила, как много здесь дырочек. Вот пуль обстреливали. Страшно такое видеть. Юху, мы... Всем пока навсегда! Мы прощаемся с вами навсегда. Лайк, подписка, колокол. Хватит подписывать. Это только в Майнкрафт подписывают. Не, на меня тоже подписывайтесь, не только на Майнкрафт. В общем, мы это сделали. Часа три, наверное, гуляли. Сейчас пойдем кофеечку попьем. Вот. И домой. Ну, что-то я не прям скажу, что прям самый классный маршрут. В общем, так. Ну, такой. Можно погулять, но не прям зрелищный. Тем более, говорю, что когда много израильтян, вообще не вау. Так что, в принципе, прогулочка ничего. Можно! Но есть в Израиле и лучше. Теперь точно пока-пока.